Друзья, всем привет! Короче, дождался я уже того момента, когда Матильда разорвала свое корыто. Я вот тогда, когда это, думаю, не буду делать новое, потому что чернику собирал, короче, времени не было. И этот. Так, подбил ту же доску, прибил. Ну, короче, сегодня уже смотрю, не сегодня, а этот. В обед приходил же, ему то воды доливал, думаю, надо сегодня придется делать. Вот, бараны уже услышали меня, все, прибежали, все. Вот тут мне, вот здесь приходится закрывать вот эту вот калитку, вот эту, постоянно. Они вот туда прорываются, а там у меня зерно, все стоит, и они вреда мне там наделают. Друзья, вот такая Матильда, тьфу-тьфу-тьфу. Кушает, но разорвала себе корыто сегодня полностью уже. Оно, видать, уже сгнило. Да, это здесь 2 года корыто. Видать, доски какие-то негодные попали. Вот и моя свинюка такая. Кинул с подсолнуха. Такая хорошая тоже вещь. Не хуже опилок. Сегодня поставляю сюда тоже стекла назад. Везде. Потому что, ребят, гляньте на меня. Оделся я. Холодно. Ну, здесь в сарае то тепло, но на улице холодно. Я сегодня... Ух, и ветер, гляньте какой. Прямо вот эти... Надо уже поменять их. О, заметил. Вот так вот. Вчера видел, они так втроем на нее запрыгают. Она психует. Уже она подуспокоилась. Но я еще боюсь сюда заходить. Я у нее позавчера, по-моему, почистил. Не помню. Позавчера, да. Этот... Подкинул ей тоже с этой соломы. Не с соломы, а с подсолнух. Ай-тя-тя, ребятки. Все ровненькие. Корыта уже лезут. Ну, там плюс-минус, может, там килограмм максимум. А так, вот этот хороший такой. Вообще около 10, наверное, будет. В этом где-то... Ну, немножко меньше. 8, может. Ну, плюс-минус, все ровненькие. Да, один вот этот маленький. Никак я им колокольчики не отрежу. Ну, когда построю, я думаю, на этой неделе, может, ближайшее, пока кукурузу не начали еще косить. Вот там сразу за чернухой с рыжухой буду делать. Этим же ж я уколол и Машки, и Матильды от паразитов, и вермектин. Потому что сейчас, я думаю, уже туда-сюда, я сейчас каждый день захожу... Проверяю. Ну, надавлю, гуляет, не гуляет. Если стоит, сразу до бугая, до этого, Семки. Васенька, ты блестящий малыш такой. Говорят, что ты подрос. Подрос. Ну, был я у этого дядьки, которому продал. Ну, первых, вот где я поилки делал. Ну, короче, девчулька там, наверное, в 3 раза уже больше, чем он. А парниша, ну мальчик там где-то в 2,5 раза. Ну если получится у меня, я может вам их там засниму туда дальше. А этот не, ничего не этот. Вот я ему насыпал, бутылка у него тут, а игрушки. На, играйся. Доску какую-то где-то нашел. Так, что вы от меня хотите? Бараны тут вокруг меня кружат постоянно. Их тоже уже надо переселять. Ребят, вот такой вот бугаина тут наделал мне делов. Да, Семка. Даю 2 ковшечка. А ему хоть бы хны. Вот такой бугаина, да? Да, бугаина такой. О, ну хоть не орёт, как у Андрея карбюратор. Да. Нарыл тут, а я не знаю, что. Наверное, придется с досток тут лепить ему. Ну, не ему, а... Следующее переделывать, по-любому здесь что-то надо будет делать. Резину, я вот эту резину сам еле-еле тягаю, а он ее перевернул тут, понарывал, света здесь нету, правда. Ну, я и свет-то есть, вот лампочка, я ему не включаю на день. Включаем только Ваську, вот здесь постоянно горит, чтобы, потому что тут темно. Куры, ребят, вообще обнаглели. Уже 2 дня, не знаю, сегодня, но до этого ни одного яичка. Больше 30 курей, ни одного яичка, ребят. Сейчас глянем, сколько их там. Жора, что ты творишь?
Гляньте, друзья, сколько курей. Гляньте. И 2 дня ни одного яичка. Ну, списываю на линьку. А там посмотрим. Ребята, сейчас я паузу нажму. Вон, перелетают. Смотри, надо их запомнить, кто это такие. Ага, петух и курочка. Сейчас я паузу нажму. Все, ребят, позгонял курей. Здесь у меня одна курица интересная есть. Ага, вон она. Смотрите, давайте я зайду. А не, не буду заходить. Она такой не была. Пухнастая такая стала. Как у Андрея, пушинка. Лохматая. Не знаю, что случилось с ней. Ну, а такое произошло с ней. Так, тут темно. Все, ребят, всех показал. Все живы, здоровы. Опа, стоит. А, не, чешется. Так, ладно. Все, ребят, сейчас начинаем делать. И я вам, думаю, покажу, как я сделаю корыто. А что, думаю, может, кому-то будет интересно. Правильно? Так что, погнали смотреть. Сейчас я установлю камеру.
Короче, сделал я. Вот. Все, она сразу интересуется. А сейчас прибью вот эту железячку. Это чтобы засыпать. И все. И скоро придется это менять. Ну, когда уберу поросят, и это заменю. Тоже такое подгнило. Вот. Отличная корыта. Так что такие дела. Все, ребятушки. Кому интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.